Я очень долго к ним шла. Смотрите, болейте и поддерживайте нас. Нам очень нужна ваша поддержка. Олимпиада – это самое яркое спортивное событие, к которому приковано внимание миллионов зрителей во всем мире. Совсем скоро мы всей страной будем болеть за наших спортсменов на играх. И я желаю им успешной подготовки и удачных выступлений. Поехали! Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.